А значит, я всегда успокаиваю себя тем, что России 1000 лет, и за это время с ней происходило столько всего кошмарного, сколько не происходило ни с одной другой страной мира. И, в общем, Россия живет себе и не морщится. Полагаю, что дальше будет так же. То есть я отношусь к происходящему в стране философски. Я вижу в происходящем много хорошего, я вижу в происходящем достаточно плохого, но, тем не менее, это моя страна, она мне нравится, и я в любой другой стране испытываю дискомфорт и хочу домой.